Тем временем восточные мотивы появляются в нашей студии. Али Свейдан. Мы приветствуем его аплодисментами уже в нашей студии. Кубанского государственного университета физкультуры и спорта. И туризма. И туризма еще. Да, микрофон себе заберу. О чем песня? Потому что ты обращался к зрителям, я видел. Ну, песня о любви вообще-то. Ну, вообще-то, если вы не поняли. Вообще-то, если ты не почувствовал этих вибраций, Паша. Ну, о ней говорит все мои стихи для тебя, все, ну, моя любовь, вот. Вот такие именно сладкие слова. Вот так вот приезжают, да, из арабских стран, и наших русских женщин... Замурчали буквально все девчонки в зале. Крадут их сердца. Ладно, почему Краснодар? Тут же холодно и промозгло относительно твоей родины. У нас тоже в Ливан холодно. Серьезно? Да. То есть прям плюс 15? Прям. Смотрите, в Бейруте... Нормально, плюс 12, плюс 11. Это вот сейчас? Минималка. Тогда очень холодно. Но снег выпадает? А в горах, да, есть снег, как в Сочи. Вы играете в снег, а потом после полчаса вы будете плавать. В Средиземном море. Да. То есть, в принципе, похоже, да, по расположению? Да, между Израилем и Сирией. Сирией, да. Свой Сочи. Где-то там. Помимо того, что ты занимаешься вокалом, ты еще и, получается, модель. Ну, да. Как, кто тебя надоумил на это? И как родные к этому относятся, к твоему занятию? Ну, вообще, мама, ей понравилось. Вот. Как ты ходишь? Ну, да. Как на тебе смотрится одежда? Ну, именно все мне сказали, ты очень красивую одежду носишь. Вот. А почему не зашел в этой сфере? А я недавно, именно 3 месяца, зашел в этом сфере, в арт Краснодар модель, вот, и зарабатываю потихонечку. Почему бы и нет? Так, такой вопрос. Еще футболом ты занимаешься, как успехи? Ну, я играл со сборной команды Ливана до 13 лет, до 15 и до 17. Вау! В составе сборной Ливана? Да, до... В юношеской? Молодежки, да. Слушай, ну ты сейчас прям хорошо так нам разъясняешься на русском языке, и мы плюс-минус все понимаем. Русский язык насколько сложен для тебя? Ну, вы представляете, я первые 2 месяца вообще не разговаривал на русском, а через 4 месяца, именно за полгода, я выучил так хорошо разговаривать. Общаясь с людьми, да? Ну, именно практика. Я сейчас тут занимаюсь футболом, футбольной школе, поэтому они там вообще не разговаривают на английском, либо на французском, либо на арабском. Вот. А да, и они говорят так. Они говорят крепкими словечками, эти футболисты, я знаю, особенно тренер. Меня с самого начала научили материться на русском. Так, ну, а
от футбольной темы перенесемся немножко обратно к вокальной. Мы знаем, что ты еще и на русском что-то хотел исполнить. И прямо акапельно. Да, да. Мы можем сейчас это... Мне нравится Джонни и его песни. Так, ты такой не один. Кому нравится Джонни? Так. Вот. Если хотите слушать. То... Очень хотим Очень. Слушать. За всех женщин ответил сейчас. В камине в 6 утра фотография двоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа и все твои обещания пустота. Да. Друзья, Али планирует принять участие в шоу «Голос» в 10-м сезоне. Давайте за него болеть, за него переживать. Ну и юным нашим коллегам слово передаем. Шустрое утро.